Украина имеет очень огромную автомобильную историю. Кроме Кременчугского автомобильного завода, автостроение, автобусное строение Советского Союза начиналось во Львове с автобусных заводов, все проектировались и производились, в том числе автоматические, которые сегодня тоже имеют кучу проблем своих. И тот же самый Запорожский автомобильный завод, ну, уже последователи Соломонова и Черкасы, это тоже высокотехнологичные автомобильные заводы, и я бы не хотел, чтобы впредь слышать такие вот не совсем до конца отработанные заявления. Автомобиль существовал, существует и будет существовать вопреки всем, кто этого хочет или не хочет, как бы там ни хотелось. И мы сегодня не просим поддержки, мы сегодня не просим госпрограммы, мы сегодня просим, дайте нам равные условия. Я 100%, 200% согласен с Владимиром Ивановичем, он сказал, вы хотите, чтобы получить налоги, а потом хотите еще получить валюту. Я, купив комплектующие, заплатив 10% вам дополнительного налога, должен потом идти на внешний рынок и конкурировать с этим дополнительным налогом. Как это можно сделать? Расскажите, пожалуйста. Я пока, ну, я так понимаю, Владимир Иванович тоже не до конца понимает, как это можно делать. В то же время мы выделяем, вот сейчас Мировой банк выделяет нам, может поправите, 900 миллионов на ремонт дороги, на строительство. И посмотрите, что было в прошлые годы. В Европе везде нормы эмиссии Евро-5, Евро-6, все туда хорошо. Сюда приходит турецкая техника с нормами эмиссии Евро-0, максимум Евро-2. Значит, там мы охраняем природу, там мы делаем все, там мы защищаем, вычищаем этот рынок, а сюда привозим хлам, который здесь строят, который здесь нас травит. Да? Мы делаем тоже технику Евро-4, Евро-5. Давайте ставьте нас в равные условия. Если не хотят здесь делать, пусть заводят свою, но технику Евро-5, Евро-6, которая у них работает. Или, по крайней мере, Евро-4, в следующем году Евро-5, которая по нормам у нас. Потому что мы ставим условия, мы настолько заформализовали все, настолько у нас все забюрократизировано, что в этих условиях, извините, проще. Мы вот начали сейчас, если я бы знал, что будет выставка, будет такое, я бы признал вам сюда свои броневики показал. Мы сегодня делаем бронированную технику за рубежом. Почему? Потому что здесь невозможно делать. Здесь справка на справку, справка на справку. У меня сейчас месяц лежат на таможне в Борисполе запчасти к бронированной технике. Таможня ее не растамаживает, потому что, видите ли, они в прошлый раз не досмотрели, они подсказать не могут, доказать не могут. В стране война, в АТО гибнут люди. А здесь таможня прикрывается бумажкой, а мы не можем доказать. Сделай нарушение, сделай левый контракт, как будто ты по новой ввозишь это все, а не комплектующие до предыдущей техники. Пока что, извините, но абсолютно ничего не изменилось. Тут по налогам хочу добавить еще. С 2009 года нам должно государство 6 миллионов. Это уже не деньги для завода. Ну, пожалуйста, ну верните в конце концов. Ну, были плохие, Пшонка возбуждал угола, был плохой Янукович. Ну, покажите, что вы хорошие. 6 лет, что это были деньги по курсу 5,6 и сегодня по курсу 20? Ну и сегодняшние условия. Покупка, продажа валюты. Извините, я экспортно-ориентированное предприятие, я закупаю очень много импортных составляющих. Я должен продать 75% валюты. Потом купить гривну, загнать на счет, потом на третий день это купить. И все это в таком диком условии, когда курс каждый день меняется. Я перечисляю одно количество валюты, мне уже на день покупки непонятно, какое это количество валюты. Ее абсолютно не хватает. Но, господа, с этим надо наводить порядок. Следующее, мы хотим конкурировать, производить конкурентоспособную продукцию, но вы нас и здесь ограничиваете. На сегодняшний день курс валютной выручки... Срок валютной выручки 90 дней. Да невозможно это работать. Я покупаю в Индии, в Китае, в Америке комплектующие, которые идут ко мне минимум 45 суток, а то и больше. А вы хотите, чтобы я за высокотехнологический продукт создал, не имея нигде никаких оборотных, нигде невозможно взять никаких денег и вовремя вернул валюту. Так давайте чуть-чуть послабляйте, создавайте условия для нашего бизнеса. Вот. Ну и дальше... Именно вашего министерства касается. Не успеваю я это сделать, провернуть эту валюту, операцию. Мне нужна операция, мне нужна лицензия на продолжение сроков повернения валютной выручки. Я иду к вам в министерство, бросаю вот такую щелку бумагу и сижу, жду, даже позвонить никому не могу. Два месяца жду. У них все в порядке, в законе, у них зарплату получают.
Все у них хорошо, красивые все, такие поглаженные, ходят там ваши клерки, но ни от кого ничего не добьешься. А я 0,3% каждый день, у меня таможня и все прочие, и налоговые, все здесь каждый день. Ну и вопрос еще один тоже, не последний, это работа конца прошлого года. В том числе и вам было написано письма, которые остались без ответа. Единственное там, СБУ ответил еще кто-то. Если в стране война, если мы производим военную технику, давайте относиться к тем, кто производит ее по-человечески. А сегодня начинают, меня нагибают со стороны прокуратуры, почему ты вовремя не отдал военную технику. А я спрашиваю, а почему вы мне отключали электроэнергию? И никто на мои письма даже не ответил. И никто даже не повернулся, не сказал, давайте что-то решать, давайте относить сроки.